которые всех волнуют и беспокоят. Самое главное в авторской песне – это текст, информация, поэзия. Это вообще не песня, это стихи, которые исполняются под гитару. Из воспоминаний Владимира Высоцкого. Если на две чаши весов бросить мою работу на одном театре, кино, телевидение, мои выступления, а на другую только работу над песнями, то я вас уверяю, песня перевесит. Когда пишешь, песня все время живет с тобой, вертится в голове, никогда тебя не покидает. Ты отбираешь и вылизываешь каждое слово. Меня часто спрашивают, где я беру темы для своих песен. А вообще-то это все придумано. Песни мои часто сериальны. В них иногда происходят такие вещи, которых мы в нормальной жизни, может быть, не видим. Иначе нет тайны. А какая же это? Mm-hmm.